Итак, добрый вечер, дорогие друзья. И мы начинаем 21 урок Торы. Уроки Торы на Подоле. Изучаем те же книги. Значит, Дера Хашем, Путь Бога, Рамхаля, Рама Шахем Лацата, Картия Вод, Поучение Отцов, Психология Торы. И Сефра Мицвот Акацар. Это книга заповедей Хафец Хаима, в которой собраны все заповеди, которые актуальны в наши дни. То, что мы можем именно делать в наши дни. И начинаем, как всегда, с самого тяжелого. Как устроен мир? Как устроен мир? Как Бог, уже мы дошли, как Он управляет этим миром? И сейчас вот вообще сегодня тема интересная, которая такая вот самая непонятная тема. Значит, известно, что Бог создал мир, чтобы дать человеку награду. Значит, Он создал мир, потом человека, дал человеку возможность, выполнив какие-то действия, подняться на божественный уровень. И так он хотел сделать что-то хорошее. Сделал, потом человек, он опустился на более низкий уровень. Теперь задача человека уже не выполнить это задание, вернуться на тот уровень, на котором было дано первое задание, а потом уже выполнить это задание. То есть уже как бы такая двойная идет комбинация. И внутри в человеке есть противоположные два влияния. Это его материальная сущность, такая животная, и его духовная сущность, божественная душа. И весь мир такой двойственный, материальный и духовный. Причем материальность, она сильнее. И дальше рассказывается, что вся система работает на, как множество из духовных уровней, которые как спускаются по каскадам, по проекциям вниз и переходят в материальный мир, которая является нижней проекцией вот этих вот верхних духовных уровней. Значит, вся эта система запрограммирована, и называется это природа. То есть это то, что происходит на полностью механическом таком уровне, сверху вниз. Интересно, что на иврите слово «атева» – природа, и «элутим» – имя Всевышнего – это одна и та же гематрия, одно и то же числовое значение. То есть Бог в его проявлении суда – то есть в его проявлении строгости и то, что он установил как меры, системности и природы, это одно и то же числовое значение, то есть одна и та же есть в этом сущность. Единственное, что выбивается из этого правила, это человек. Человек, он, находясь внизу и являясь соединением души и вот этого вот материального тела, он является таким вот соединяющим фактором вот этого духовного и материального мира, и единственный из всего вот этого мироздания, имеющий полную свободу выбора. Его свобода выбора, он может, он действует независимо от этой системы. И его действия, независимые от этой системы, они начинают снизу двигать всю эту систему. То есть он начинает дергать за эти же веревки и создает влияние, которое потом по каскаду уже спускается на материальный мир. То есть это вот такая уникальность человека. Дальше было сказано, что как устроен духовный мир. Там есть, как в материальном мире есть множество разных видов, подвидов там, ну и всего. В духовном мире есть силы, трансцендентные силы, есть ангелы. Это более такие узконаправленные какие-то силы, да. Кстати, вот само имя Всевышнего Элоким, да, как его называют, ну, с измененной буквой. Мы всегда, когда просто говорим о Боге, не произносим, только когда святые книги читаем, правильно произносим, а так меняем. Это, кстати, ответ на вопрос, почему я пишу «Бог» через черточку. Вообще религиозные евреи пишут «Бог» через «Б», черточка «Г». Потому что имена Всевышнего просто так писать нельзя. Ну, даже все, что к нему относится, потому что это очень все святое. То есть в этот момент ты как бы символично присоединяешься к святости. Потом, что будет с теми бумажками, которые ты написал, куда они попадут, в мусор, не в мусор, там, какое с ними будет использование, неизвестно. Поэтому с древности принято, что где это не обязательно, это не дознаковая копия святых каких-то книг и текстов, там надо писать, как оно есть, это имя. Потому что известно, что к святым книгам будут стараться относиться осторожно. А если человек просто пишет сам на бумаге или еще где-то, то пишут обозначение какое-то, символ, который все понимают, что это говорится о Боге, но это не прямое написание. Вот так вот. Значит, и в речи мы говорим, например, в иврите мы говорим «Ашем». «Ашем» – это его имя, «the name», как бы просто, ну, переводится «the name». Но все понимают, что «the name» – это главное имя. Или там еще называют «the place».
что это главное место, да, в мироздании, но не говорят ни Бог, ничего. Это в простом разговоре. Или же говорят имя Всевышнего, но меняют одну букву. Вот, как я сейчас сказал, Элоким, это как вместо Кана в правильном написании должна быть другая буква. Так вот, вот это имя Всевышнего Элоким, всесильный, как переводят на русский язык, вот Бог всесильный. Так всесильный, это как раз и есть все силы, все вот эти ангелы, силы там и так далее, это все он. И он этим всем управляет, все очень синхронно. А человек, он из снизу, он тоже может влиять на всю эту систему, и у него есть свобода выбора. Это то, на чем мы закончили вчера. Неделю назад. Есть еще мир демонов. Отдельно есть какой-то мир демонов, который обладает какими-то особенностями материального мира, какими-то духовного. Интересно, что в наше время уже демонов практически нет. Раньше это все было переплетено, они очень плотно соприкасались с миром людей, но так как люди имеют большое влияние на всю систему, то люди своим влиянием этих демонов из этой системы вытащили. И демоны где-то, они, может, еще и прячутся, но их уже осталось мало, этих демонов. А раньше демонов было вообще, то есть как кожа. Вот так вот они везде были. То есть все было как бы переплетено. Теперь, и сейчас мы дошли очень до интересного места. Значит, и после того, как есть вот это вот не механическое, а выбранное человеком движение, которое он создает снизу, получается, что он двигает верхние силы, потому что все в этом мире соединено, все соединено в одну систему, и сделав одно движение, оно все равно начинает распространяться на всю систему. Так вот, человек, он сделав, выбрав какое-то движение в любую сторону, причем написано, что у человека не все движения выбраны, у него есть какая-то сфера, где он выбирает, какая-то сфера, где им тоже управляют эти высшие силы. Значит, но сделав это выбранное человеком движение, он своей силой начинает двигать вот эти верхние силы, и получается, что он создает там движение наверху, которая потом вниз опускается по каскадам на все мироздание. Есть очень много частных законов, как эта вся система работает. Еще раз вот скажу, как бы самое близкое сравнение, это программирование компьютеров. Есть компьютер, есть системы программирования, как эти все работают, эти системы. Нормальному человеку это вообще в голову не войдет, как она работает. И он тоже нам говорит, что есть там системы, как работают все эти каскады, проекции и так далее. Но мы про это даже и не будем говорить. И вообще не стоит про это говорить никому, кто не занимается этим, не посвятил этому свою жизнь. Это все вот эти вот есть, называется это, и вот у меня и закрыто. Не говорю, как называется это. Потому что не надо. Но есть, которые изучают, вот типа кавалу преподают и так далее. Вот они как раз начинают лезть вот в те системы, куда лезть вообще не надо. Даже про них говорить не надо. Потому что когда человек туда лезет, у него может... что будет, если незнающий человек начинает лезть программировать свой компьютер? Там есть папки Windows. Вот есть там папки, вот если кто хочет, может зайти компьютер папки Windows и полазить там. Что-то удалить, что-то добавить, где-то он там открыл, бах, написал, поменять их местами. Гарантия, 15 минут делов, и его компьютер не будет работать. То же самое может быть с человеком, который начинает лезть туда, куда лезть не надо. Значит, называются эти штуки, куда лезть не надо, сферот. Вот в сферот лезть не надо, допустим. Хорошо. Ладно, и... Как говорит Рав Моше Хаим Луцато, он сказал, что есть здесь множество законов частных, и их такое множество, как установила высшая мудрость, и она установила это из глубины своего понимания. И главное, что мы должны знать, что это хорошо для мира. Вот так, как он устроил, это для мира хорошо. И он, там есть очень разные размеры, можно так сказать, размеры, все рассчитано, размерено. И Бен Багат от Ноа Маадам Лекахот, как со стороны движения, которое может создавать человек,
также и со стороны движения, которое идет сверху вниз. И по самым глубоким тайнам, вот этим вот вращаются и возвращаются, и движутся, как установил Бог благословенный, и все, что было, и все, что будет, оно подчинено вот каким-то вот этим вот программным законам. То есть этот мир, он очень такой вот запрограммированный, системный и четкий. Ну, в этом мы можем легко убедиться, если мы копнем вот, ну, в любую сторону, мы видим, как сложно устроен человек. Это нереально. Я вчера как раз смотрел анатомический, ну, не атлас, там где-то видел изображение тела человека без кожи, как, где у него мышцы. Это нереальное количество мышц. Я вот думаю, как оно все работает, и как так устроено, что человеку не надо думать, как ему рукой пошевелить. Потому что если бы надо было думать, это нереально. Как сделать так, чтобы все мышцы синхронно работали? А как иммунная система человека, которая различает там, это они, значит, эти микробы мы убиваем, эти оставляем. Тут, значит, или еда. Человек сидит, жует, там, траву пожевал, хлеб какой-то, там, мясо закинул какого-то в себя, да, потом запил это все кофе с сахаром. Оно внутри все смешалось. Такая фабрика, 6 метров этого тонкий кишечник. И оно там все идет, тут выброс одного фермента, тут другого. Все работает. И это если мы говорим про мир такой, про физический мир. В общем, Бог все установил, все работает. Теперь, и вот здесь самое интересное, что установила высшая мудрость, Бог установил, чтобы было в мире в этом добро и зло, как мы уже упоминали. И основа вот этого вот аспекта, ну, начало этого аспекта, да, чтобы у всего же в этом мире, у добра, у зла, у всего есть корни на верхних мирах. То есть есть это все проекция, значит, и у добра, и у зла должны быть какие-то корни в высших мирах. И вот он говорит, интересно, и от этих корней идет проекция вниз, в нижний мир. И установила так высшая мудрость. И как установила высшая мудрость, что вот в этих вот проявлениях, в них должно быть какое-то исправление, или оно может испортиться. То есть в любом проявлении этих верхних сил, этих, да, можно так сказать, есть положение какое-то хорошее, добра, и есть положение какое-то, которое обозначает зло. То есть есть в этом мире есть вот эта двойственность, добро и зло. И он говорит, что исправление, как понятно, ведет к добру, а ухудшение или тилкуль это, ну, сейчас как сказать, Тилкуль – это есть исправление, а есть обратное – ломание, ухудшение. Ну, в общем, тилкуль – это ухудшение. Можно что-то, вещь какую-то исправить, а можно ее ухудшить, испортить. Значит, и есть вот такое вот улучшение, а есть испортить можно. Теперь он говорит, как мы знаем, что такое добро. Добро – это когда проявляется свет Бога. И он светит, вот этот свет, его резонанс, как бы, да, то есть Бог работает на волнах добра, скажем так, вот это вот добро. Он говорит, а обратная сторона, да, это когда нету божественного присутствия, нету этого света, и он скрывается, как бы, да. Теперь, если много этого божественного света, это добро в нижнем мире, а если мало, это зло. То есть, в принципе, понятно. В частности, нет. Или в частности, тоже понятно. То есть, в принципе, понятно, что если есть добро, то это божественный свет. Если есть зло, то это скрытие Бога. Давайте еще дальше разберемся, потому что тут он дальше объясняет более подробно. Потому что очень сложно понять вообще в окружающем мире, что такое добро, что такое зло. Есть вещи очевидные, например, очевидные вещи,
Что такое добро, да? Вот что такое добро? Очевидные вещи какие-то можно назвать? Нет. Почему нет? Потому что со временем любая, ну, там, успел на самолет вроде... Не, я имею в виду, вот возьмем, какие-то нужно найти очевидные вещи, которые есть добро. Любовь. Любят мужчина-женщина. Добро? Добро. Любит мужчина и мужчина. Получается зло. По Торе, если мы признаем как... Смотря что понимать под словом. Да, исходную единицу, то написано там, что это зло. А значит, уже мы видим, ну, теперь, любовь к детям. Добро? Добро, вроде бы добро. Ну, то есть, очевидное добро. Есть в истории заповедь, когда сын, он становится обжора, пьяница, ворует. Значит, ну, там есть несколько таких ограничений. Написано, что его надо убить. Ну, надо его судить, и суд его приговаривает, что его надо убить. А написано, что Талмуд говорит, что ни разу не было этот приговор приведен в исполнение. Он специально... так обусловлен столькими условностями, что это невозможно, чтобы это случилось. А зачем тогда это написано? Чтобы дети, они изучали и боялись быть вот такими, ну, обжорами, пьяницами там, и так далее. Значит, с детьми, ну да, родители любят детей, это вроде, вот любовь, это родители к детям, мне кажется, это самая чистая любовь, которая только может быть, потому что даже нету заповеди любить детей. То есть Тора нам не установила, как заповедь любить детей. У детей есть заповедь любить родителей, почитать родителей, бояться родителей. Потому что это сложно, да, у детей есть, ну, много разных других дел, кроме как любить своих родителей, да, и меньше заниматься. Ну, как будто бы. А родителям у них это как бы естественная такая вещь. Какие еще есть вещи очевидно хорошие? Уже когда мы говорим, вот, проявление Бога – это добро. Добро – это проявление Бога. Но надо хотя бы, ну, классифицировать, что такое добро. Хорошо, когда есть деньги. Даже милосердие. Милосердие, помощь другому, да? Причем, наверное, добро – это любой человек, в какой бы ни был ситуации, когда он получает неожиданную, бескорыстную помощь, он испытывает ощущение вот этого вот добра, направленного на себя. Причем, ну, любому человеку, каждому на своем уровне нужна какая-то помощь. Неважно в чем. И когда мы получаем эту помощь бескорыстную, то у каждого, наверное, есть... Да, вот это вот хорошее определение. Что такое добро? Это милосердие, это отношение доброе к кому-то, бескорыстное, когда ты не ждешь. Это не обмен добром, а это именно давание добра. И каждый, кто чувствовал на себе вот такое, ну, внимание бескорыстное, чье-то, любовь и поддержку, он может для себя определить, что такое добро. Да? Отлично. Значит, это мы нашли. И значит, в этом мы видим проявление божественного света, потому что именно только на базе этого добра Бог, которому ничего не надо, создал мир. На базе этого желания давать. И это есть самое чистое добро в чистом виде. То есть, и производные от этого света, они, проникая в разные аспекты жизни, дают название этим аспектам жизни добро. Но что-то явное добро, а что-то уже неявное. Потому что там дать, например, наркоману наркотик бескорыстно. Добро, вроде бы добро, да? А если дать... А, то есть если, например, наркодилер дает ему бесплатно первый раз, это не добро, потому что он надеется, что потом тот будет покупать. Вот так. Ну, в общем, дальше сложности. Но в любом случае, добро – это что-то такое вот давание бескорыстное. Хорошо. Теперь дальше он пишет, нужно знать, нужно, чтобы ты знал, что он пишет, что должен ты знать, что на самом деле причиной всех добрых, всего добра, которое есть в мире, и в высших силах, и наверху, и в их проявлении внизу, единственная причина всего добра в мире – это свет Бога, как мы уже сказали. Теперь он говорит, а какая причина зла, какая же причина зла в каждом месте? Очевидно, это скрытие этого света, нет этого света. То есть, чем меньше этого света, тем больше эта концентрация зла. Но получается, что для добра Создатель всего, да, Создатель всего,
Он является причиной этого добра, то есть он является тем корнем, от которого идет все это добро. Но написано в книге пророков, что Кадош Барух Ху, то есть святой благословен он не соединяет свое имя со злом, а только есть его сокрытие, его отсутствие, и отсутствие его, оно является корнем этого зла. Это вот сиба, это причина этого зла, отсутствие божественного света. То есть, как бы, зло само по себе – это отсутствие добра. Если убрать добро из этого мира, остается зло в чистом виде. Вот так вот можно сделать. Да, убрать добро, остается зло. Это то же самое, что если убрать свет, остается тьма. Хорошо. Теперь, но... Как же тогда оно, вот эта вот тьма, отсутствие света, может быть причиной проявления чего-то вниз? И тогда благословенный, тогда Бог, который может все, и нет для него никаких ограничений, он сотворил отдельно корень и основу, личную для вот этого зла. То есть он на вот это вот пустое место, он установил туда какую-то машинку, такой механизм, какую-то программу, да, такую вирусную. И целью вот этого установления, которое он туда поставил, является управление вот этими вот всеми аспектами зла. То есть, оказывается, есть основа для зла, Бог поставил туда какую-то программу, то есть это не просто отсутствие этого света, там есть еще какой-то управляющий механизм, который этим злом управляет. И так это сделала высшая мудрость для того, чтобы это нужно для положения человека в этом мире, для того, чтобы вся эта система работала. И это то, что написано у пророка Ишаяху. Написано так, что Бог, он йоцер ор, что он йоцер, это делает из чего-то что-то. Есть в иврите три разных глагола. Есть глагол бара, сотворил, это из ничего, сделал из ничего, не было ничего, а вот Бог сотворил. Это всего лишь несколько раз употребляется это в Торе, когда Бог сотворял что-то из ничего. Первое сотворение материи, потом он из этой материи все было йоцер. Делал, использовался другой глагол. Есть йоцер, это придает форму, а есть оса, делает. То есть есть как бы сотворил, есть создал, я не знаю, как на русском сказать. Вот если я взял глину и из глины сделал вазу, это что я? Придал форму, получается. Придал форму. Как сказать можно на глаголом это? Создал. Создал сосуд. А если я сделал магазин, в котором эти вазы продают? Открыл. А если я еще оса, как же сказать, сделал? Ну, завершил, наверное. То есть, ну, есть, в общем, есть йоцер и оса, это два разных... Другая степень переработки. Переработки. Но это все переработка. Да, и сделал... На иврите это две разных переработки, два глагола разных. А есть бара, это сотворил из ничего. Так пророк Ишаяху сказал следующую вещь интересную. Он сказал так, йоцер ор, сотворяющий свет. То есть Бог уже свет, он делал не из ничего, а из уже была материя. После большого взрыва уже было из чего делать свет. Уборе хошек, и сотворяющий, делающий из ничего тьму. А для тьмы... Нужно было сотворить вот это вот, ну, ее основание. Да. Осе шалом, делающий мир. То есть осе это второй глагол, который из чего-то что-то. Уборера и сотворяющий зло. То есть ему пришлось в этом мире, в котором изначально был только Бог, и не было ни темноты, ни зла, ему пришлось сотворить и темноту, и зло. Вот эти вот две вещи для того, чтобы, ну, сохранялась схема, по которой мир работает. Так надо было. И суть вот этого вот корня, это соединяет разные силы, которые проецируются вниз во все аспекты недостатка, зла и
ну и разные их проявления. И это касается всего, что касается тела человека, его души и всех остальных вот аспектов, которые есть. Зло, оно управляется вот этим вот корнем зла, и этот корень есть. То есть я как-то вот именно это для меня тоже было, ну, не до конца прояснено. Вот теперь это понятно, как эта система работает. И мы еще об этом поговорим во второй части книги, с Божьей помощью. И вот он пишет, вот эти вот все силы, они действуют сильнее или слабее, частично или полностью, только после исчезновения света. То есть может грибок завестись только во влажном темном месте. Если много этого света, то вот этим силам зла там некуда двинуться, нету их. В зависимости от сокрытия Всевышнего и отсутствия его света, туда входит и дается власть и управление вот этим вот силам, силам тьмы, злым силам. И чем больше будет концентрация этих плохих сил, тем более будет ослабляться в этом месте сила добра, и будет происходить, вот портиться начнет сильно все и вокруг, как оно очень распространяется, это зло. То есть, если оно уже туда входит, оно пускает корни, и это похоже на сорняки. Все заросло сорняками. Значит, а может усилиться добро наоборот. И тогда, чем больше будет добра, и тем сильнее оно распространяется. То есть есть такой закон, мишная спиртия, вот, что мицва, она влечет за собой мицву, и наградой за заповедь является еще одна заповедь, как цепная реакция включается. И наоборот, за преступление идет следующее, цепляется другое преступление, и наказание за преступление – другое преступление. То есть идет все, украл, выпил, в тюрьму. Значит, ну, как ваш сын курит что-то так много, не только когда выпьет. Он еще и бьет, когда в карты проиграет. Да. То есть идет цепная реакция, идет схема такая, одно за другое. И как в сторону добра, так и в сторону зла. И вот эти вот как раз идет постоянная война. Война между добром и злом. И между разумом и материальностью в человеке идет постоянная война. И смысл этой войны или в исправлении всего сотворенного и самого человека, или в его испорченности. Корнем всего является, и какие силы усиливаются в мироздании. Вот такая вот интересная вещь. То есть... есть верхние проекции, там есть корень зла, корень добра. Корень добра – это Кадош Бараху, Бог. И нижний мир – это проекции. В человеке есть то же самое. Есть основа, вот этот вот корень зла – это его ецерара, его материальная природа, животная природа, запрограммированная на то, чтобы вести человека все время ко злу. И есть внешнее зло, которое помогает внутреннему злу. И как только у человека есть желание согрешить, всегда рядом найдется открытый винный магазин. Или там, ну и так далее. То есть все будет под рукой. Причем интересно, написано, что в Пиркейавоте есть мишна, написано «Аверац ахарей мицва, беги за мицвой, вебурех мина авера, и убегай от преступления». Мицва гуререт мицва, потому что мицва, она ведет за собой еще одну мицву, а преступление ведет за собой еще одно преступление. Так возникает вопрос очень логичный. Это почему за мицвой надо бежать? Значит, она от тебя убегает. А от преступления надо убегать, значит, оно за тобой гонится. Почему не сделать наоборот? Почему мицвот так тяжело ехать вот на, там, на подол, рок, торы? Это тяжело. А вот если бы, например, на концерт Мадонны, вот кто-то билет подарил, ну, бесплатно же все, то можно было бы поехать даже на концерт Мадонны, куда можно было поехать? В Харьков, да.
Конечно, если бы Мадонна в Харьков приехала. Вот. Значит, в этом смысл, что мицвот нужно прилагать усилия. Почему? Потому что если бы не была так система построена, то человек бы, он бы делал бы только мицвот. То есть, если бы они были одинаково привлекательны, и заповеди, и преступления, то любой нормальный человек выбирал бы заповеди и никогда бы не выбрал бы преступления. Но чтобы было равновесие и была вот эта свобода выбора, то сделано так, что преступления сделаны привлекательными, такими легкими, а заповеди сделаны, что так нужно за ними гнаться, идти, упираться. Ну, но самый простой путь, почему говорится, что изучение Торы, оно является основой всего, что когда изучаешь Тору, то приходит свет, который освещает, ты видишь истинную суть вещей, как бы вещи, они принимают свой истинный облик, да, то есть видно, это преступление, ага, это зло. И сразу видишь не отдельно там бутылку, например, да, видишь сразу проекцию этой бутылки, завтра болит голова, не пришел на работу, ну там потом цирроз печени, ну и так далее. То есть видишь вещи в проекции, их истинную суть. Хорошо. Теперь, значит, последнее, что у нас осталось вот в пути Бога, это есть очень много разных ступенек в этих силах зла, о которых мы уже говорили, и которые влияют на нас. И названия у этого влияния есть разные. Самые известные, распространенные – это тума, духовная нечистота, темнота, зугама – это, ну, такой, как яд, грязь, или еще будничность. Будничность – это тоже является одним из обозначений зла – песок. Песок, будничность – вот в иврите называются люди нерелигиозные, они называются хилонимные. Хилонимные – от слова «холь», «песок». То есть они живут в такой рутине, будничные интересы. Ну, такое вот, все, знаете, как песок, который проходит сквозь пальцы. Это «холь». Интересно, что на русском как переделали. Почему-то называются те, кто неверующие, они называются «светские». Ну, типа, свет у них есть. Или, ну, откуда непонятно это название, светские. Мы выходим в свет. Высший свет. Ну, да. Они выходят в высший, типа, свет. Значит, это признаком выхода в высший свет является есть свинину с сыром. Мы светские. А что вы светские? Мы едим свинину с сыром. Это наш выход в свет. Ну, так. Хочется думать о себе хорошо. Да, значит, получается, но те, которые находятся под влиянием света божественного, они называются, вообще божественные светы, все эти влияния называются гдуша, святость, тара, это духовная чистота, ор, это свет, браха, благословение, и все, что отсюда выходит. Но если так начинать углубляться в тонкости вот этого вот добра, чистота, святость и так далее, есть очень много таких вот аспектов уже, да, как проекции, которые выходят из этих больших вещей. Именно так происходит управление миром, как Бог управляет этим миром. И последнее в этой главе, что у нас осталось. На каждый аспект, о котором мы говорили, есть специальный птидим, как установленные управляющие, которые назначены на вот эти вот аспекты реальности. И они относятся как раз к ангелам, как мы уже объясняли, которые вот есть свет, потом есть какая-то сила, и потом есть вот эти уже переходные механизмы. Для меня было вот, ну, непонятно, как программирование происходит. А там есть мини-программки, там есть какие-то вот схемки, и вот эти вот схемы, они там, оп, вот эта вот схема, она обеспечивает одну там команду соединения. Потом он к ней присоединяет, как конструктор Лего, другую какую-то схему, да, набор знаков. И этот набор знаков, он заставляет вот изображение, там, программы и так далее делать там какую-то операцию. Так вот, ангелы – это уже нечто структурированное, которая обеспечивает перевод вот этого вот света божественного в нижние, понятные нам какие-то процессы, которые мы можем увидеть и почувствовать. Ангелов мы не можем увидеть и почувствовать, то есть они относятся к духовному миру,
Так же, как и вот эти вот программы, когда программист их пишет на экране компьютера, это просто набор знаков. Но когда этот набор знаков заходит в какой-то, ну, специальный, вот он сидит, написал, это все лишь набор символов, набор знаков. Но когда эти наборы знаков соединяются в программу, эта программа делает абсолютно физические действия, которые происходят на экране телевизора, на экране компьютера. Мало того, эти наборы знаков могут компьютер включить или выключить самостоятельно. Например, есть вот такая функция в Apple, там бах, он может включаться во столько-то, выключаться во столько-то. Откуда это? Это физическое действие. Но это физическое действие производит набор знаков, символов, которые являются не физическим действием. Вот это то же самое происходит с ангелами. И вот они позволяют, эти ангелы, перевести вещи в материальный мир для добра или для очень большого добра. И они все не служат Богу и выполняют его повеления. Потому что так он захотел и так он установил. И чтобы его постановления, они воплощались через этих ангелов. Как он им поручил и как он им дал каждому именно власть, ну, соответствующую власть в его руки, чтобы он управлял именно над этим. Вот так работает эта система. Причем, что интересно, что эта книга написана около 400 лет назад. Ну, то есть, можно представить, просто был другой мир, не было тогда еще, по-моему, электричества не было 400 лет назад, представляете? То есть, мы уже знаем, что есть такое электричество. Но был ангел, вот на иврите электричество называется хашмаль. Так есть ангел, который назывался хашмаль. То есть, электричество это было всегда. Оно было в молниях, просто люди не знали, как его оттуда забрать. Но оно было. То есть, все, что есть в этом мире на сегодняшний день, оно было в потенциале. Люди просто ничего нового не создают. Создать ничего нового невозможно. Можно только из потенциала вывести вещи, их по-другому соединить каким-то образом. И взять там молнию, ее начать вырабатывать самому. Это можно. А создать молнию невозможно. Хорошо, значит, с путем Бога понятно. Теперь Мишна. Мишна у нас сегодня есть такая, значит, сказал ее тоже Рабан Гамлиэль, сказал ее Гилель, он здесь говорит о обучении, разные ступени в обучении. Значит, он сказал так, Эн Бур и Рехет, он сказал. Есть такой человек, который назывался Бур. Бур это как бурьян, как вот, человек, который вообще ничего не знает. Вот. Значит, Бур, и он не может бояться греха. Почему он не может бояться греха? Потому что он ничего не знает. Он вообще про грех ничего не знает. Он не знает ничего про вообще ни про что он не знает. Да? То есть представьте себе неграмотного человека, который не знал. Ну вот в наше время таких тяжело встретить, да, потому что есть уже обязательно обязательно образование какое-то. Но во времена древности было очень много людей, которые просто они понятия не имели вообще ни о чем. Маугли. Просто Маугли. И он не может бояться греха, потому что у него нет понятия ни что такое грех, ни что такое Бог, ни что такое мир. И для него, пока ему не дать вот эти вот понятия, он живет в таком вот мире, то, что он видит, да, вот поесть, поспать, там, ну, поразмножаться и все. Вот это называется бур, как бурьян. И он не может бояться греха, потому что у него нет понятия в его системе координат, что такое грех. Вторая стадия называется амарец. Амарец это дословно переводится народ земли. Амарец это такой человек, который он уже имеет понятие о том, что есть грех, есть Бог, есть Тора. Но он народ земли, то есть для него самое главное, он такой приверженец материального мира. Есть много таких людей, которые знают, что такое Тора, но при этом их как бы духовность, она не интересует. При этом они могут даже жить по Торе, соблюдать заповеди, но их не интересует духовность в принципе, как таковая. Одним из корнем этих людей был Каин. Был Каин и Эвель. Каин говорит: давай принесем жертвы Богу. Давай.
Каин принес жертвы, написано из того, что у него было. Он взял часть своего урожая маленькую и принес жертву. Эвель такой, он принес лучшее, что у него было, он отдал Богу лучшее, что у него было. Да, есть такие люди, которые отдают духовности, отдают ну, всю свою жизнь. Я знаю нескольких людей, например, одна женщина, как-то я видел, она зарабатывала, ну, там, не знаю, работала очень тяжело, уже пожилая женщина, зарабатывала в неделю там $100. Тяжелая работа, каждый день она работала, что-то руками убирала, помогала, готовила. Пожилая женщина. При этом она по несколько дней в неделю постилась. Вообще не ела, не пила. И все деньги, которые зарабатывала, она отдавала заключенным, пожизненное заключение. Она, ну, она такая верующая христианка была, эта женщина, я просто ее знал. И она, значит, вот она полностью, она даже не ела. Сама не ела, не пила. Но она была, для нее это было там, ну, свое служение, она была христианка верующая такая. Или там, я знаю, другая девушка, например, да, тоже. Просто я знаю ее историю, она зарабатывает, работая там в какой-то офисной работе, она зарабатывает там $500 в месяц. И она из этих $500 в месяц отдает десятую часть, десятину. И еще она отдавала по 1000 гривен в месяц, она отдавала на строительство там какого-то храма. При этом она сама жила в комнате, снимала там комнатку, молодая девушка, за там $100 в месяц. То есть, и на остальные деньги она жила. И при этом она, ну, для нее это было не вопрос, что это главное в жизни. Главное духовность, а материальность, ну, материальность, она на втором месте. А есть амарец, для него главное это материальность. Он верит, что есть духовность. Она для него есть. Он не отрицает, есть Бог, есть что-то там... И надо там даже вести себя по каким-то правилам, но для чего? Для того, чтобы здесь было хорошо. То есть его духовный мир интересует как... Я даже знаю одного, вот интересно, один есть очень такой соблюдающий человек, религиозный, вот он, настолько он все заповеди выполняет, ну вообще. И как-то мы с ним разговаривали, и он говорит, а я заповеди выполняю для материального. То есть я служу Богу, я ему отдаю много, хочу получить еще больше здесь. То есть его был подход, это такой именно подход материалиста, который верит, понимает, что система так работает, но его центр внимания, поэтому он называется амарец. И он не может быть хасидом. Хасид – это человек, который делает, он очень сильно соединен с Богом, он делает больше, чем даже требует закон. А амарец, он особо закона не знает. Он его, ну то есть он так примерно знает. Есть известная история, как на одной улице жил рав и жил один, ну, такой вот работяга, но соблюдающий шаббат. И он как-то видит шаббат в доме у рава, значит, зажигают огонь, прям видно, что зажгли огонь, дым пошел, все, шаббат. Он думает, ну непорядок, что это такое, пойду ему скажу, как ему не стыдно вообще так себя вести, что он рав все-таки, и в шаббат огонь, Михаэль шаббат. Он, значит, смотрит на улице дождь. Он взял зонтик, вышел, приходит к раву, стучит ему, говорит, как же вам не стыдно, я, говорит, вот хочу вам сказать, как вы можете шаббат нарушать. А рав ему говорит, вот видишь, говорит, ты, у тебя были хорошие побуждения, но, говорит, давай посмотрим. Во-первых, я, говорит, огонь зажигал, потому что в доме у меня есть роженица, и есть опасность для ее жизни. Если для того, чтобы спасать человеку жизнь, для роженицы, можно зажигать огонь. Не просто можно, а нужно для нее зажигать огонь, чтобы ей сделать горячую воду там и так далее. Значит, я ничего не нарушил. Теперь давай на тебя посмотрим. Значит, чтобы мне прийти сказать, ты взял зонтик. Зонтик в шаббат брать нельзя, это мукция. Мукция – это вещь, запрещенная к использованию в шаббат. Нельзя нести, на улице не было ярува, ты, значит, нарушил, ты взял зонтик. А потом ты его открыл. Это построить шатер в шаббат, он построил шатер. Потом ты с этим зонтиком вынес его из дома, одно нарушение. Значит, занес его в дом, второе нарушение. Сложил зонтик, третье нарушение. В общем, говорит, ты, чтобы меня как бы увещевать в том, в чем я вообще ничего не нарушил, ты при этом нарушил все, что можно было нарушить. И не может быть амарец хасид, вот тот, кто не знает, по-настоящему не знает Тору, такой вот, именно неграмотный человек, он не может подняться на высокие ступени служения Богу. Даже один из самых великих и известных мудрецов за всю историю, это был Раби Акива. Раби Акива, когда он был в молодости, он начал учиться в 40 лет.
И в 40 лет он начал очень учиться, и он такой был дико самоотверженный. А чем более самоотверженно человек идет к Богу, тем сильнее Бог ему отвечает. И вот Раби Акива, он начал, ну вот, он начал с азов самых, он со своим сыном сел в хедере, изучил все буквы вначале, потом он ушел на 24 года учиться в ешиву там в какую-то, причем жена его отпустила на 12 лет, он через 12 лет вернулся и подходит к дому, слышит, она с соседкой, и соседка говорит, ну что, типа, где твой муж? Она говорит, он учится в ешиве, он постигает высшее вообще, что можно постигнуть. И даже если его еще 12 лет не будет, я буду ждать, я рада, потому что он делает самое важное, что может быть. И Раби Акива не зашел, да, не зашел даже домой, он вернулся обратно. Так когда его спросили потом, когда он стал руководителем еврейского народа и вернулся с тысячами учеников, которым сказал, что все, что у меня есть сейчас, и у вас есть сейчас, все ваши знания и Тора, это в заслугу ее, ну, на жену показал. Значит, но когда его спросили, а почему ты ушел, мог бы зайти домой, он сказал, что тот, кто 24 года подряд изучает Тору, это не то же самое, что 12-12. Ну, то есть это было намного более, намного больше самоотверженность, чем когда это было бы 12-12. И, в общем, так вот, Раби Акива, когда он только начинал свое изучение, он шел по дороге, он увидел, есть такой мэт мицва, мертвый за... Переводится мэт мицва, мертвый заповедь. Значит, это когда лежит человек и некому его похоронить. То даже если это первосвященник, которому нельзя прикасаться к мертвому вообще, он идет делать там в Песах жертвоприношение для всего народа, он должен это оставить и похоронить этого мертвого. То есть настолько важно уважение к человеку, к телу человека. А? Даже в Йом-Кипуре, если он идет. Значит, и вот Раби Акива идет, смотрит, лежит этот мэт мицва на дороге. Он, значит, Раби Акива понимает, что это такая важная заповедь, он его хватает и несет, значит, в город и хоронит, и приходит к своим учителям, Раби Йошуа, Раби Элиэзер, и говорит, я только что выполнил такую заповедь, похоронил мэт мицва. Вот прямо я его нес на себе 15 километров, 14 миль я нес на себе. Они ему говорят, каждый шаг, который ты с ним делал, это как будто бы ты проливал кровь. Потому что мэт мицва, вот этот мертвый, его надо похоронить в том месте, где ты его нашел. Его некому похоронить, его нельзя носить. Вот он тут лежит, вот там и надо похоронить. Все. И Раби Акива говорит, когда я хотел сделать заповедь, так я сколько согрешил. Так тем более, если я просто что-то делаю, я могу еще больше согрешить. Насколько надо точно учиться и точно знать цену каждого действия. В общем, бур вот этот, он вообще про грех не имеет понятия. А марец, он имеет понятие, но не может быть хасидом. Ну, подняться на высокие ступени служения, без знаний. Вело абаяшан ламет. Дальше идет такое очень известное, ну, понятное выражение, что стыдливый, он не может учиться. Потому что он все время будет стесняться спросить, он будет стесняться сказать, что он не понял. А даже в законах изучения Торы, что если человек, ученик не понял, он должен раввину сказать «я не понял». Если он второй раз не понял, он должен не стесняться, что его товарищи поняли, а сказать «я не понял». И так и второй раз, и третий раз, и четвертый раз, пока не поймет. Потому что стыдливый никогда не научится. Тот, кто стесняется сказать «я не знаю», я не понимаю, а будет все время делать вид, что он знает, понимает, а на самом деле он не понимает, то у него вот эти вот пустые провалы места в итоге не дадут ему ничего построить, ну, такого глубокого понимания. И следующая часть Мишны, она говорит «Велоа кабдан миламет». А тот, кто такой кабдан, это, ну, строгий такой педантичный преподаватель, он не может быть учителем. Почему? Потому что ученик сказал, раз я не понял. Он что-то не понял вообще, что-то не понял. Начнет дергаться, тот уже второй раз не спросит. То есть тот, кто такой дерганный и который не может объяснять спокойно, он не может быть учителем и преподавателем. Потому что есть история, в Талмуде рассказывается история, как был один раввин, который, у него был ученик, он ему 400 раз объяснял обычно, чтобы тот понял. 400 раз. И тот как-то, он ему объяснял, а пришли какие-то люди позвать этого раввина. И он им объясняет 400 раз, понял? Он говорит, не понял. Он говорит, как не понял? Он говорит, ну, с тех пор, как они пришли, я начал волноваться, что сейчас вы уйдете, и вообще не понял.
Тот говорит, ладно, успокойся, я пока ты не поймешь, пока я тебе не объясню, я не уйду никуда. И ему еще 400 раз объяснял там то, что тот не понял. В общем, он ему объяснил, тот понял, и пришел к нему ангел и говорит, что настолько твой был поступок выдающийся, да, что выбирай, какую ты хочешь награду за это, или говорит Алам Аба для тебя и для всех твоих потомков, или, или же в этом мире будешь жить 400 лет. 400 лет будешь жить. То есть тут мы видим, он ему дал на выбор или духовность, или материальность, но в самом таком крутом проявлении. То есть ну, человек, материальный человек, он боится умирать, потому что его все интересы здесь. Он как бы другого, другой жизни не видит, поэтому он весь сосредоточен на материальных вещах. И тут ему, значит, ангел говорит, выбирай, или ты имеешь полностью духовный мир для тебя, для твоих потомков, или 400 лет у тебя здесь. Он, значит, говорит, конечно, говорит, какой вопрос? Духовный мир для меня, для моих потомков. Ну, то есть, о чем вообще вопрос? Как можно это сравнивать? Написано, что ему дали и то, и это. И то, и это ему дали. Потому что он выбрал, сделал правильный выбор. Значит, кабдан, он не может быть учителем. Вело коля марбебе схора махтим. И не каждый, кто много торгует и хорошо торгует, он будет умным. Что имеется в виду? Я встречал очень много умнейших людей. Вот реально умнейших людей. В плане умнейших, в плане материального мира. Богатые люди, мультимиллионеры. Ну, реально, которые в бизнесе, математики. Ну, вообще, вот просто я удивляюсь, например, как они могут строить эти системы. Вот я смотрю на человека, стоит один человек, да? И он своей головой построил систему, там, 30 бизнесов. Все бизнесы работают, все, значит, приносят ему деньги. Вся система, и он это все построил у себя в голове. Умнейший человек. Но понять, что надо 3 раза в день молиться и соблюдать шаббат, он не может. Он не может. То есть он, как бы его голова на одно заточена, а на другое не заточена. И он мучается, страдает. Это, знаете, как есть анекдот, когда один человек висел над пропастью, упал в пропасть и висит на ветке. И он Богу говорит, слушай, а он, ну, кричит Богу, помоги, я тебя прошу, помоги, спаси. Тут ему раздается прямо с неба голос такой. Отпусти руки, отпусти руки. Он такой, может, там есть еще кто-нибудь? Может, еще есть варианты? То есть, конечно, поменять себя, понять, что то мировоззрение, которое было вложено когда-то, где-то там, оно не работает. Особенно, когда есть доказательства, что ну, я же умный, я ж, тут я заработал, значит, я умный во всем. Нет, нам говорит Тора, не каждый, кто умудрился в торговле, хотя это большая мудрость и действительно нужен большой ум, но он по-настоящему умный, потому что это особый склад ума, это особое мышление, достойное уважение, но это только один из аспектов мышления. И дальше говорит нам эта мишна последняя, «Убымаком ше эйн анашим иштадель льет иш». И в месте, где нет людей, постарайся быть человеком. Что имеется в виду? Значит, Тора нам говорит, что надо стараться всегда искать себе учителя, раввина, общаться с теми людьми, которые умнее, чем ты, для того, чтобы у них набираться. То есть нужно искать, сделать себе рава, нужно, пусть будет твой дом, уже учили мишну, домом собрания для мудрецов, и пылись в прахе их ног, и жадностью пей их слова. То есть для развития человеку нужно искать все время тех, кто умнее, чем он, чтобы от них учиться. И позиция скромность, она открывает человеку возможность к обучению у любого. Написано, что кто хахам, кто мудрец, тот учится у всех людей. Как сказано, Миколь Меламда искал те, что от каждого, кто меня обучал, я умудрился. Это царь Давид говорил. Он был умнейший из людей, но он умел научиться, он умел открыться к знанию от любого человека. Да? Но лучше, конечно, искать мудрецов, носителей знаний и так далее. Значит, но человек, который привык к такой позиции, он может попасть в другую крайность. Вот сидит много людей, я иногда попадал в такую ситуацию. Сидят люди, учатся в ешиве. Они учатся, целыми днями сидят. И они привыкли вот к этому состоянию абсолютно правильному. Для получения знаний ты должен себя принизить.
Но потом они попадают в ситуацию, когда нет лидера, нет раввина, нет учителя, нет никого вот в этом месте, который бы взял на себя ответственность сказать, я сейчас поведу вас. И надо сказать там Деврей Тора, надо сказать какие-то умные вещи, сидят люди нерелигиозные, например, да? В этот момент нету никого, нету раввина над тобой, нет никого, кто мог бы представлять Тору. И вот Мишна нам говорит, в месте, где нет людей, а человек, это имеется в виду человек, который по образу и подобию Бога, который живет по именно божественной системе, вот в этом месте Иштадель Йот Иш. То есть тогда нету вариантов, тебе придется стать Ишем этим человеком, который встанет, скажет, итак, значит, сейчас будем Деврей Тора говорить, сейчас делать заповеди, сейчас урок Торы, и скажет какие-то умные, правильные вещи. Но, к сожалению, вот это вот клик, он не срабатывает. Человек приучает себя быть скромным, приниженным. Тора нам говорит, будь скромный. И в этот момент большинство забывают о вот этой вот части, что в момент, когда ты являешься, нет никого выше тебя, вот именно в Торе, в духовности, то ты должен включиться и стать лидером, вести других. И поэтому вот сейчас Тора, мне кажется, это главная причина, что она находится в ситуации, когда почему-то в мире имеют влияние, популярность и так далее, люди абсолютно там не отличающиеся никакой духовностью. Например, вот там еврейский народ, да, самая сексуальная женщина в мире Мила Кунис. Вот все израильские газеты пишут, что вот Мила Кунис, Мила Кунис. А кто такая Мила Кунис? Ну, тело и все. Через 5 лет кто вспомнит про тело Милы Кунис? В это же самое время есть множество мудрецов, великих святых людей, которые являются, ну, их понимание, это то, ради чего Бог сотворял мир. Кто про них знает? Никто про них не знает. Возможно, они сами не хотят, чтобы про них знали. Ну, невозможно, я точно знаю, что они не хотят, чтобы про них знали. Они не хотят, чтобы... Ну, они не хотят быть убамаком, даже что нет анашим, и что ты льотишь. Они всегда говорят, есть кто-то умнее меня. Даже Моше Рабейну, когда Бог ему говорил, иди выводить еврейский народ, он говорил, пошли кого-то вместо меня. Пошли кого-то вместо меня, и Богу пришлось его уговаривать, чтобы он пошел именно в Египет, потому что он говорил, есть Аарон, мой брат, он лучше, чем я. Ну, то есть всегда скромный человек, он не видит своего величия. Хорошо. И, значит, вот это мы Мишну уже тоже знаем. Значит, Бур, он вообще не может, не понимает о грехе. Значит, Амаарец, тот, кто мало учится, он не может быть хасидом. Кто стыдливый, он никогда не будет знать. Кто такой резкий, он не может обучать. Не каждый торговец, он будет умным. И в месте, где нет людей, где ты являешься наиболее, можно сказать, полным представителем духовности, ты должен эту духовность нести, стать человеком, который скажет, что духовное первично, а материальное вторично. Это Мишна, которую сказал нам Гилель. И последнее у нас есть сегодня, это заповедь. Заповедь, повелевающая заповедь из Торы, 21-я, которая называется «Мицва асе, повелевающая заповедь, радоваться в празднике». Есть три праздника. Песах. Какой второй праздник? Кто знает? Три праздника. Нет. Песах, Суккот и Шавуот. Три праздника, в которые ходили в храм. Есть заповедь истории радоваться в эти праздники. Прямо вот именно радуешься и выполняешь повелевающие заповеди истории. Значит, написано в книге Дворим «Весамахта бехагеха» «И радуйся в твои праздники». Когда был храм, так что это была за симха, что это была за радость? Приносили курбанот и много приносили жертвоприношений, которые съедали. То есть, например, там человек заработал в этом году, заработал, у него родились дети, у него там, ну, все было хорошо. Он, значит, берет быка, шламим, какие жертвы приносились, нашама? Быка. Берет он быка, 40 хлебов, приводит в храм, его убили. Представляете, бык, там 500 килограмм мяса. И он собирает всех людей, знакомых, семья, родственники, и просто людей, и садятся, пьют вино, съедают этого быка, и он рассказывает, за что он благодарен Богу, за что вот он благодарен, что Бог для него сделал. Это было вот в празднике. И да, и все приносили с собой, еще собирали деньги, которые нужно было именно в праздник в Иерусалиме
потратить на собрать вот, ну, на веселье, на радость и так далее. Представляете, Иерусалим в празднике, такая вот идет прямо праздник, праздник. И даже женщины, они обязаны этой радостью радоваться. Ну, казалось бы, что женщина, знаете, как, что ты пьешь, хватит есть. Там. Но нет, написано, что и женщины должны радоваться. В наше время написано, что нет радости без мяса и вина. То есть Талмуд сказал, что ну, это именно то, что приносит мужчинам радость. И должен, кроме того, чтобы наесться и напиться, мужчина, он еще должен купить жене платье. Написано, что должен порадовать жену новой одеждой, какой-то красивой одеждой. Интересно, что женщины так устроены, что им нужна одежда. Они радуются одежде. Это как раз одно из проявлений зла. Там есть целая история. Падшие ангелы, которые были, они одного поставили, вот это вот то, что мы сегодня изучали, силы зла, одного поставили, и он ответственный за украшения, косметику и одежду. Это прямо написано в Мидрашах про... Ну, это вот так оно устроено. Ну, я не знаю, может быть, как-то это... Он же приятнее смотреть на симпатичную женщину. Ну вот это прямо заповедь покупать жене по этому одежду. И она если радуется. Если это зло, почему заповедь покупать? Так это уже... зло по словам учителя нашего. Не-не. А вообще это не зло, это заповедь. Ну заповедь, я же говорю. Секундочку. А кто это не делает, он нарушает то. Все есть, все должно быть в меру, потому что есть, например, вино и мясо для мужчин. Тоже можно обожраться, набухаться и... И оно должно быть все в меру. То есть, это же такое дело. Но сама тяга. Три праздника, три платья. Да. Написано, а детям надо покупать сладости. Детям сладости. Детям мороженое, а бабам цветы. В праздничных платьях, не просто домашних, а праздничных. Да, теперь дальше. Но тот, кто не радует бедных, это не настоящая радость. Это не та радость заповеди, о которой говорится. А это называется радость его живота. И такая радость, она на самом деле позор для него, а никакая не радость. Потому что сказал пророк Малахи, ну, в общем, что Богу эта радость неприемлема, если человек сам радуется, а бедных, у которых нет возможности радоваться, он забывает. И поэтому надо, то есть приглашали на эти жертвоприношения обязательно левитов, всяких священников, бедных и так далее, чтобы они могли тоже радоваться. Несмотря на то, что еда и питье в празднике – это повелевающая заповедь. Но не надо сильно напиваться. И сильно не надо хихикать, написано так. Ну, то есть, знаете, начали пить за... А потом пошли. Типа, декаданс, там, на дискотеку, туда-сюда. То есть, начали пить вроде как за праздник, а потом... Этого делать нельзя. Радость – это только то, в чем есть служение Богу. И невозможно служить Богу, ни когда ты там насмехаешься, ни когда ты поясничаешь, ни когда ты пьяный сильно, а только когда ты делаешь радость заповеди. То есть именно когда это радость заповеди, тогда это настоящая повелевающая заповедь. И если человек умеет радоваться во время выполнения заповеди, то это огромная мицва, и это огромное служение Богу. И в каждом месте, и в любое время эта заповедь выполняется радоваться в празднике. Поэтому вот ближайший праздник это будет Песах, и надо уже к нему готовиться, присматривать платья, закупать вино, мясо, думать, кому помочь, собирать деньги. Перед Песахом собирают деньги на бедных обязательно, чтобы у них было тоже, ну, купить к празднику мясо, вино. Перед Суккотом обязательно собирают деньги на бедных. Шавот, ну, перед всеми праздниками собирают деньги на бедных, чтобы они тоже могли радоваться, потому что это как раз проявление вот этого бескорыстного добра. Хорошо, на этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие и до следующей.